Самые близкие люди для человека – родители. Так сложилось, что для того, чтобы дать своим детям полноценное счастливое детство, их мамам и папам приходится много трудиться. Мы в гостях у семьи Елены и Михаила Беляевых. Елена трудится на хлебозаводе, а Михаил – старший инспектор отдела режима следственного изолятора номер 3. Их старший сын пошел по стопам отца и служит в уголовно-исправительной системе в городе Ухте. Средний сын Павел – кадет 5 класса средней школы номер 16, а младшая Ксюша входит в подготовительную группу детского сада. Несмотря на профессиональную занятость, Елена и Михаил все равно непременно находят свободную минутку, чтобы посвятить ее своим детям. Пусть на работе мы очень долгое время находимся, но 15 минут можно уделить, узнать, что интересного. Не что он в школе, как дела в школе, а что интересного он узнал в школе для себя. И просто разговаривать с детьми, потому что если мы порвем эту ниточку, то потом ребенок не будет с нами откровенничать, где-то делиться. Мы в первую очередь друзья. А совместное времяпрепровождение вечером только усиливает взаимопонимание и укрепляет отношения между родителями и детьми. Пытаемся досуг какой-то определенный им организовать, чтобы им потом дальше интереснее было и своим примером уже показывать, как дальше нужно будет им со своими детьми общаться, обращаться, как воспитывать. В любом случае, показательный пример – это родители. Одним из своих собеседников мы выбрали имам Хатыба Махмуда Панди. В исламе, как нигде более, проявляется уважение к родителям. Когда сподвижники пророка Мухаммада, салам, сидят с ним рядом, и в этот момент пророк Мухаммад, салам, говорит: «Хотите ли, есть ли среди вас тот, кто хочет поцеловать врата рая?» Естественно, все сподвижники ответили: «Да, конечно, нет же такого человека, который бы не хотел этого, это глупо отрицать». И тогда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Тот человек подобен тому, как человек, поцеловавший ноги своей матери, подобен тому, как будто бы он поцеловал врата рая». И тогда все сподвижники убежали домой, чтобы обрадовать своих родителей. Современный ритм жизни, проблемы, наваливающиеся на нас со всех сторон, вносят свои коррективы в отношения между детьми и родителями. Какое отношение будет у нас к нашим родителям? Ведь такое у нас отношение будет и наших детей к нам. Оставили своих детей самих. Сами себя воспитывают. А кто сейчас на сегодняшний день детей воспитывает? Компьютер? Интернет? В то время, когда родители озабочены зарабатыванием своих денег, карьерным ростом, или же много людей в нашей стране, теперь эта зараза за границей и до нас тоже дошла, попали в кредитную яму. Весь народ сидит в кредитах, и они сутками работают, забив о своих детях. Ведь дети счастливы тогда, когда отец, мать, приходя домой, выделяют для них время. Часто можно слышать споры о том, кто глава семьи, отец или мать. С одной стороны, это вопрос праздный, а с другой, вот что сказано об этом в Священном Писании. Одни из подвижников спросили у пророка Мухаммада, говорят: кто наиболее достоин уважения и ухаживать за ним? И тогда пророк Мухаммад сказал: мать. И тот человек задает снова вопрос: а после нее кто? Мать. И был еще раз он задал вопрос, и третий раз, когда он задал этот вопрос: а после кто? Мать. И тогда, когда он задал ему четвертый раз вопрос: а после кто? Говорит: о посланник Аллаха, отец. И обратите внимание, только на четвертый раз он сказал: отец. Бесспорно, со стариками жить трудно. Их капризы, недовольство, перемены настроения любого выведут из себя. Но сдавать своих престарелых родителей на попечение государства – это уже совсем не по-христиански. А вот как на данную проблему смотрит ислам. Во всем исламском мире на сегодняшний день можно назвать такие даже элементарно, но дома престарелых. Я такого не знаю. Допустим, у нас дома, ну, считается позорным, отца или мать, да, дома престарелых. В каком бы они состоянии ни находились. Если даже у них, к примеру, у этого человека умерли дети, нету никого.
есть у него со стороны отца, со стороны дальние какие-то родственники. Они найдут, будут, я буду их, короче, содержать. Один скажет, другой я буду содержать. Туда все будут тащить. Мы побывали в территориальном центре социального обслуживания населения, где на полном пансионе проживает 26 пожилых людей. История каждого человека этого заведения уникальна и драматична. Например, Валентина Михайловна. Ее дети живут в Воркуте и практически бросили мать, поэтому ей приходится довольствоваться услугами центра в компании таких же одиноких людей, как и она. Это при живых-то детях. К слову сказать, сын Валентины Михайловны выпивает, а отношения с дочерью испортились до того, что дочь выплачивает матери алименты. Мне 66 лет. Заболевание у меня позвоночника. Нуждаюсь в этом заведении очень. Проживаю уже давно. 6,5 лет я проживаю. Но очень мне здесь нравится. Очень нравится. Детки мои... Не нужны моим, не нужны детям. Что делать? Вот. А я жила, проживала одна. Квартира у меня была на 5-м этаже. Сил не было ходить туда-обратно. Вот попросилась, меня приняли. Сотрудники Центра социального обслуживания проявляют к своим постояльцам недюжинную заботу и внимание. Пожилые люди получают полный уход, лечение, профилактические процедуры и хорошее питание. Комнаты, в которых живут старики, уютные и светлые, оборудованные всем самым необходимым. Тем не менее, как бы ни было здесь хорошо, родные руки и стены все же ближе, но судьба неумолима. Центр может принять только небольшую часть пожилых людей. А что же делать остальным старикам, которые часто живут в нечеловеческих условиях, никому не нужные и заброшенные? Бывают ситуации дома разные. По состоянию здоровья к нам поступают. Даже бывает вот просто от... безысходности, от одиночества. Одиночество в пожилом возрасте – вот цена нашего пренебрежения детьми, их радостями, заботами и тревогами. Вот здесь вот главное не порвать вот эту нить, общаться, играть, пусть немножко, но чтобы она была, это вечерняя сказка для деток. Возможно, не только дурное воспитание и окружающая действительность становятся причиной того, что наши родители становятся для нас чужими и ненужными. Зачастую нам просто не хватает терпения. Семья Елены и Михаила Беляевых, воспитывающая троих детей, наверное, уже нашла формулу семейного счастья. Это прежде всего не только любовь к своим детям, но и желание жить их интересами, грубо не вмешиваясь во внутренний мир каждого ребенка. Именно в общности, в единстве и во взаимопонимании кроется секрет семейного благополучия. Отец уже чуть-чуть не себе, взрослый, лет 70, выходит на лавочке на улице, сидит. И воробушек садится, и сын рядом, ему лет 27-28. И сын спрашивает, и отец спрашивает, воробушек подлетел, сынок, это что? Воробушек. Потом воробушек перелетел в другую сторону, это что? Воробушек. Она куда-то, каждый раз, когда она движение делает, воробушек, и задает он вопрос, это что? Это что? Это что? И он вышел из себя, неужели, говорит, тебе, говорит, не надоело, не выводи из меня. Он психанул сын и так грубо разговаривал с отцом. Тогда отец остановил его, ушел домой, приносит дневник. Ежедневник, который он проводил, дневник, и там написано. Сегодня такое-то, такое-то число. Солнечный ласковый день. Весенний ласковый день. Я с сыном гуляю, моему сыну 3 года. И я с ним гуляю по улице, говорит, во дворе. Сел, говорю, воробушек. И сын у меня спрашивает, это что? Воробушек, говорю. И каждый раз я целую, говорю, сына в лоб. И так мне сын спросил, говорит, 23 раза спросил, говорит, папа, что это? И я 23 раза ответил ему с улыбкой на лице, говорит, воробушек. И каждый раз целовал своего сына, говорит, в лоб. И он это дал читать своему сыну. Читай, и вслух читай. И тогда сын заплакал.